Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, ви дивитесь програму «Хто за нами стежить». З вами я, ведучий Дмитро Василець, і сьогодні у нас в гостях дуже поважні гості. Це доктор політичних наук Олександр Семченко. Вітаю. Здравствуйте. Та голова Комсомолу України Михайло Кононович. Добрий день. Сьогодні ми будемо все ж таки дивитися другу частину фільму Аркадія Мамонтова «Одеса. Три роки». Давайте подивимось перший фрагмент, який ми будемо сьогодні розглядати. И сегодня, спустя три года, в СИЗО города находятся люди, которые, согласно всем проведенным экспертизам, никого не убивали. Они сидят только за то, что имеют свою точку зрения на то, какой могла быть Украина. В канун первой годовщины одесской трагедии мы встретились с отцом погибшего в Доме профсоюзов Геннадия Кушнарева. Александр Витальевич, бывший военный, из тех, о которых говорят, настоящий человек, в тот момент был очень подавлен своим горем, но не сломлен и не побежден. А мы можем что-то изменить вот в своей жизни тем, что вот высказываем так жестко свою позицию? Не знаю, но нужно пытаться. Геннадий пытался. Наверное, частичка на алтарь победы над фашизмом, она рано или поздно все равно произойдет. И он положил. И мы, рассказывая об этом, тоже положим. Я тоже ходил на митинги антимайдана и сожалею только о том, что 2 мая меня не было рядом с ним. То есть, если бы вы были рядом, вы тоже вошли бы в Дом профсоюза? Ну, не знаю, как бы сложилось, но, скорее всего, да. Ну, тож, в принципі, ми зараз бачимо родичів тих людей, які загибли в Одесі у Домі профспілок. І от всі от у нас в Україні прийнято казати російська пропаганда, фейки. А от де тут фейки? От, наприклад, ми якщо подивимось на цей фрагмент. Поясніть, будь ласка, а де тут фейки? Знаєте, тут така технологія є. Назвати правду ложью, а ложь правдою. Перевернути все. И развесить ярлыки, которые абсолютно не соответствуют действительности. И внушать силой средств массовой пропаганды, массового одурманивания. Эти средства у нас контролируются в Украине. И абсолютно правильно вот человек, этот Александр Кушнарев, да, по-моему, сказал о том, что если молчать, то еще ничего не получится. Если говорить, то будет в конце концов победа. Вот то, что он говорит, это хорошо. И, знаете, он показывает пример людям, живущим в нашей стране, что бояться нечего, что нас на самом деле большинство. Тут же так как получилось, что вот это вот активное националистическое меньшинство, подавляющее, ну, просто исчезающее малое меньшинство, оно диктует свою волю и свой взгляд на ситуацию пассивному большинству. Потому что людей из большинства не допускают, в том числе и на средства массовой информации, когда люди включают телевизор, один канал рассказывает про героев Майдана и про сепаров, переключают на другой, снова сепар, снова герои Майдана, третий, четвертый, пятый, и у людей складывается, наверное, их большинство, а я, дурак в меньшинстве, начинаю даже как-то искать, как переосмыслить свою собственную позицию, может быть, понять этих понять этих националистов, осознать святость Бандеры и Шухевича. Поэтому нужно не бояться говорить. Понятное дело, что далеко не все имеют доступ в средства массовой коммуникации, но, в конце концов, общаясь со своими родственниками, друзьями, знакомыми, создавая вот эти вот коммуникационные сети правды. И эти коммуникационные сети правды в конечном итоге вынесут вот этих вот брехунов, которые захватили власть, куда-нибудь на эшафот, где им голову и снесут. А вот чому, от, наприклад, фільми про трагедію 2 травня в Одесі, чому в нас фактично немає ні матеріалу, ні кримінальних розслідувань цього приводу? Чому у нас цю тему, так от табу таке є, стоїть на цю тему, і тільки деякі громадські діячі та блогери її підіймають? Чому то у нас так сталося, незважаючи на те, що у нас, вроді як, нова команда, Зеленський, нові люди в парламенті, нові люди в СБУ, скрізь? Мы уже касались темы новой команды. Ну, какая новая команда? Какая новая команда, если поднять даже выступление того же Зеленского на канале 1+1 в марте 2014 года? Ну, такой же отбитый Майдан.
Или взять его поездку на Донбасс уже чуть позже, да, где он называл жителей Донбасса мразями. Да, вот эти вот, кто их убивает, это герои. Это мрази. Зеленский ведь не изменился, не поменялся. То есть он не отступил ни на шаг от того, что он пропагандировал тогда, в 2014 году. Он выступал одной из частей этой пропаганды. Взять его же выступление уже, как, знаете, как юмориста, как одного из фронтменов, как руководителя 95-го квартала. Они же выпускали массу продуктов. Помните вот это вот смех над детьми Донбасса, которые вынуждены сидеть в подвале или прятаться от обстрелов. Это же у него было. Он за это ответил. Кто? Но другое дело, что люди об этом забыли. Взять его там же ту же сказочную Русь, в которой он не смел не критиковать Порошенко, но, наверное, до 17-18 года не смел вообще на него батон крошить. Зато у него был объектом шуток до 19 года в 95-м квартале Николай Азаров, над которым они смеялись и до сих пор смеются. Азиров, хихиека, в него погана украинская мова. При том, что этот придурок вот уже год, ой, в смысле, нельзя говорить, да, этот президент, которого нельзя называть придурком, потому что просто президент, а не потому, что он не соответствует полностью своим способностям. Короче, он уже год у власти, и он не сделал ничего того, что хотя бы можно было сравнить там, с 1% сделанным Николаем Азаровым, если говорить уже и, там, и об уровне жизни, и о размере пенсии, о капитальных затратах, которые вкладывались в экономику и вкладывались там, в инфраструктуру Украины. Ремонтировались дороги, мы их видели, эти дороги. Строились стадионы, так мы их видели, эти стадионы. А что делает сейчас Зеленский? О чем он говорит? Вот сейчас рассмотрели новые поправки к бюджету. Там цифры, но они, я считаю, оптимистичные, но цифры все равно с минусом. Минус по ВВП почти 4%, минус по безработице, в смысле безработица выросла, подбирается уже к 10%, и это официальная безработица. Mm-hmm. Минус по реальной заработной плате, куда ни ткни, везде минус. И что им предложить? А им нужно предложить какую-нибудь позитивную программу. В позитивной программе члены ВМРО, война с сепарями, российско-украинская война, Путин на нас нападе и нас гвалтує. Зрозуміло, дякую. А от з вашої точки зору, пане Михайло, тобто ми бачимо, як фактично немає жодних кроків щодо розслідування цієї трагедії. На відео дуже багато людей, які стріляють, які там добивають палками людей, які випадали з вікон. І ми не бачимо жодної людини, яка за це понесла б хоч якусь відповідальність. З вашої точки зору, от нас, в принципі, якщо от подивитись на цей конфлікт між лівими силами та правими силами, тобто соціалістично налаштованими і більш націоналістично налаштованими. І цей конфлікт в Одесі, можна десь провести паралель, що воно так і було. І ми зараз бачимо, що зараз фактично одну частину політичного суспільства загнали у кримінальні справи, їх бивають, жгуть. А фактично в суспільстві ж ця напруга нікуди не зникає. Вона все накоплюється, накопичується. І от з вашої точки зору, яка перспектива, якщо й далі затягувати розслідування щодо цієї трагедії? Ну, знаете, для нашей организации «Комсомола Украины» это вообще 2 мая в Одессе. Это трагическая дата и событие, потому что погиб наш товарищ, комсомолец Вадим Попура. Все прекрасно знают его, кто интересовался этой темой. 17-летний студент. И это, грубо говоря, первый несовершеннолетний, который погиб в этом конфликте. И в нашей организации то же самое. Два человека 15 и 18 лет во Львове, это те люди, которые были официально осуждены властью, получили реальные сроки условно за то, что они были членами Ленинского комсомола Украины. Так что наша организация, как молодежная организация, левая организация коммунистическая, мы всегда стояли на острие борьбы и будем стоять с национал-фашизмом на Украине, тот, который сейчас пришел к власти. Я вам скажу так, знаете, маленькое как бы отступление. Гитлер тоже пришел к власти легально через выборы. И что из этого получилось? То же самое и у нас. Тут еще как они пришли к власти после этого переворота, тут большой вопрос. У них даже мозгов не хватило все сделать по закону. Это был государственный переворот. 100%. Дальше идем. Почему нет расследования? Да его и не будет. Как убийца может расследовать свое преступление и еще и делать это публично и для всех? Но влада же поменялась.
власть не поменялась. Зеленский – это говорящая голова, которого просто сделали президентом. Это же всем очевидно, всем все прекрасно знают. Посмотрите, кто у нас министр, что законы декоммунизации отменили, что война на Донбассе прекратилась, что дела политзаключенных прекратились, травля СМИ прекратилась. Ничего же этого не произошло. Так что говорить, утверждать, что власть поменялась, это неправда. Власть не поменялась, она внешне управляемая. Те, кто их поставил в 2014 году после госпереворота и совершив этот госпереворот, те же и сейчас управляют. Та уже власть после Майдана, та, которая захватила, почему они повезли этих отморозков праворадикалов в Одессу? Ну, все же прекрасно знают, что уже начиналось на Донбассе, уже начиналось в Харькове, захват Харькова нацистами. И куда они поехали? В Одессе. Цель была одна – наказать Одессу за сопротивление. И они это сознательно сделали. И я хочу, чтобы все люди понимали, что это воистину была одесская хатынь. То, что они сделали с хатынью, и те же люди – по теми же лозунгами исполнители и заказчики все те же самые. Заказчики хатыни в Белоруссии кто? Гитлеровская Германия, европейцы. Заказчики одесской хатыни кто? Те же европейцы, которые сделали переворот. Исполнители кто? Бандеровцы, неофашисты, нацисты. Ничего не поменялось. И ничего не поменяется. И украинцы должны понять для себя, пока не сменится власть на Украине радикально, не сменится, пока не будет настоящих демократических выборов на Украине, потому что это не выборы. Почему Компартию не допускают к выборам? Это что, демократия? Это уже не демократический путь Украины. Добре, дякую. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Київський режим терпіти такого чоловіка на свободі не мог. І от спустя 3 роки Олександру Кушнарьову спецслужби устроили провокацію і арестували під надуманим предлогом похищення чоловіка. Батько Кушнарьова являється депутатом Лиманської районної ради Одеської області. І саме він є не просто замовником викрадення народного депутата, а фактично він з 2 своїми спільниками виїхав на місце і мав наносити народному депутату тілесні ушкодження, а саме застосовувати кислоту, знівечити обличчя, позбавити зору, а також переламати колінні чашечки. Сделано было все топорно. В качестве жертвы Кушнарева был выбран некто Гончаренко. Этот депутат Верховной Рады. Яркий пример политической украинской проституции. Ну, можливо, пане Олександре, ви тут знайдете десь фейки. Тобто, якщо от подивитися на фактаж, який просто виклали у цьому документальному фільмі, до чого тут можна пристібатися? Де тут можна розкритикувати саме автора цього документального фільму, що він десь викривляє ситуацію, яка в нас в Україні є? Ну, скоріше можна, як говорити, достібатися і придратися к Службі безпеки України, которая вот сляпала это дело о покушении Гончаренко. Тогда был как бы не очень громкий скандал, кстати говоря. Они, видимо, быстро поняли, что это очень шито белыми нитками, но когда судьи, прокуроры, все работают в одной связке, и они все являются, по сути, членами одной преступной, организованной преступной группировки, то даже при отсутствии доказательств, ну, опять-таки, Дмитрий, вы же сами проходили это на собственном примере, при отсутствии даже любых доказательств, они просто закрывают человека, который вот им там на месте неудобен. То есть, может быть, это вот Кушнарева на уровне Украины никто не слышал, но там избушников он уже достал. А тут еще Леша Гончаренко, он же вообще всегда не дурак попиариться, он готов там
воду из туалета пить, лишь бы его лишний раз показали по телевизору, и он мог рассказать о том, какой плохой Путин. Хотя мы помним, как Гончаренко ходил с георгиевской ленточкой и кричал о том, что будет защищать русский язык и не даст этим ржавым, как он говорил, ржавым, да, по-моему, ржавым, этим оранжевым прорваться к власти и будет защищать Одессу от этих ржавых. Но как он защищает, мы видим, причем видели и тогда, видим и сейчас. Вот округ, в котором Гончаренко является народным депутатом. Я, кстати, не понимаю жителей севера Одесской области, которые на мажоритарных, по ходу мажоритарных выборов избрали Гончаренко. Ну и в итоге. А в итоге у них ничего к лучшему не изменилось. Более того, проводится реформа медицины, закрывают больницы. Вот недавно женщина умерла, потому что ее 50 километров везли к опорной больнице, а везли ее не просто 50 километров, а по Одесской дороге, по округу Алексея Гончаренко. А дорога такая, что нужно было ехать по ней 2.5 часа. Но вот женщину растрясли, ну, в итоге она умерла. А это вот трагедия последних дней. Но на это никто не обращает внимания. Гораздо важнее рассказать о сепарах, о Путине, о российско-украинской войне. Это уже вписали в учебники, и Майдан вписали в учебники, как революцию гидности, и Одесскую трагедию вписали в учебники, как отпор. Которые украинские патриоты дали Путину, что если бы вот они тогда в Доме профсоюзов не сожгли этих проклятых сепаров, то Путин бы точно вот забрал бы себе Одессу. Это перевернутая мораль. Это перевернутая мораль и очень огорчает то, что многие люди воспринимают вот эту вот перевернутую мораль как отражение реальной действительности. Зрозуміло. А як ви можете прокоментувати от цей фрагмент фільму? Якщо ми подивимось, тут фактично кажуть, що саме батька, який внаслідок трагедії в Одесі втратив сина, його фактично притягнуло до відповідальності через фабрикацію справи Служби безпеки України. От як ви вважаєте, це, в принципі, от нормально? Ну, смотрите, я вам так скажу. За этим столом, мне кажется, вот и ведущие вы, и гости, нет ни одного человека, по которому бы не открыли криминальные дела. Правильно? Это что говорит? Это заткнут людям рот. То же самое. Вот этому отцу, которого сын депутата областного совета погиб в Доме профсоюзов, зачем? Сфабриковать дело, заткнуть рот. А если по тебе криминальные дела, ты уже не рукопожатный, ты уже на телевидение не придешь. Скажут, придет прокурор и скажет, или СБУшник, а ты кого приглашаешь? Так у него там столько дел, он там человека похитить хотел, убить, прибить, какие-то чашечки, ну вообще бред сумасшедшего какой-то. Так же, как и по мне, у меня всех дел тоже куча. Это все напугать, заткнуть рот. И чтобы не повадло было другим, и скажут, ты лучше помолчи, а то кончишь, как вон тот Петя, Коля или Вася. Вот что они делают. И эта репрессивная машина, она не остановится, пока не поменяется власть. И действовать они будут, и никакие там права человека не помогут, никакая там европейские эти всякие хартии, ихние защитники, это все до одного места. Убить Бузина. Что-то говорил, убили. Тебя не убили, и дело открыли. Дело открыли, посадили. Вот как они действуют. И будут они дальше так и действовать, пока мы сами, народ Украины, не поймем. Пока мы, большинство, не возьмем власть в свои руки. Только народ может поменять ситуацию. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. Сначала этот человек находился в партии регионов, где ратовал за статус русского языка и национальное равенство на Украине. Потом, почуяв выгоду от продвижения националистических лозунгов, стал ярым нацистом. Именно Гончаренко 2 мая взахлеб комментировал в прямом эфире украинских телеканалов, как жгли людей в Доме профсоюзов. Вот сейчас я камерой перевожу. Это горят остатки лагеря сепаратистов, я не знаю, видели ли вы их. Остатки лагеря сепаратистов возле Куликовом поле и возле Зиконовгала. Правком профсоюзов Одесской области, и которая горела, и в котором сейчас, к сожалению, мы понимаем, находится не менее 10 трупов. Точную цифру назвать нельзя.
Якщо подивитись на цей фрагмент, от, от моє питання таке, а от чому саме от російські аудиторії показують події в Україні? Причому так доволі так систематично. І якщо от дивитися чисто от об'єктивно на цей сюжет, можна навіть запитання все ж таки до автора цього фільму задати таке, а чому саме от Гончаренко він чітко обізначив як нациста, от з вашої точки зору? Ну, ми бачимо в поступках, знаєте, як Христос на горній проповіді говорив, судіть о людях по їх ділам. Ну, от Гончаренко як нациста і як чоловіка, який, ну, який не повинен бути рукопожатним в нормальному обществі, от о ньому говорять його діла. І от той стрім, який він вів 2 мая, ми бачили це, да, і возмущає ще студія Савіка Шустрова, яка аплодирує, от там горить, да, 10 ТУ ПВА, ну, мало, да, ну, нічого, 50 потім насчитали. От це вже більш-менш нічого. Тобто його поступки говорять о тому, що він нацист. Чому Росія так педалирует эту ситуацию? Ну, у России есть свой собственный интерес. Вообще, вот все фильмы, которые выходят там за рубежом, они в первую очередь преследуют свой собственный интерес. И вот в России, ну, не секрет же, что там тоже есть проевропейское налаштование люди. Демократичные либералы, там, ну, по-разному их называют. И людям широкой общественности России показывают, что вот хорошо, у нас как бы не все в порядке. Там власть там действительно не дорабатывает, действительно есть большие проблемы в России. Кто рвется к власти вместо тех людей, которые сейчас занимают места у власти? Вот эти. Эти уже получили власть вот в соседней Украине. Посмотрите. Посмотрите на результат. Сжигают людей, убивают людей, там, рушится все, рушится экономика, падает жизненный уровень везде. То есть это просто картинка, картинка вероятного будущего. Вы хотите такое будущее для себя? Пожалуйста, идите там к либералам, идите к этим проевропейско настроенным. Голосуйте за них. Да, голосуйте за них, выбирайте там, выходите на эти митинги, устраивайте майданы. Вот такое будущее будет. Ну и многим, до многих доходит. Ну, там просто как бы політична мета все ж таки показати, що буде, якщо опозиція у Російській Федерації отримує владу. Ну, собственно, да, це демонстрація західно налаштована. Це демонстрація перспективи. То есть там в России как бы есть несколько вот таких вот логических линий пропагандистских. Одна из линий там «хотите вернуться в 90-е, голосуйте за эти», но многие выросли уже поколения, которые не помнят, что такое 90-е. Угу. Им показывают, вот, посмотрите, это даже не 90-е. Но в конце концов в 90-е при всей их ужасности людей просто вот так вот, просто так не убивали простых людей. Да, там были какие-то бандитские разборки, забирали, отжимали друг у друга собственность, бизнесы, убивали друг друга бандиты и бизнесмены, но простых людей за то, что простые люди высказывают свою точку зрения, вот этого не было. Сейчас это вот есть. Украина шагнула дальше 90-х, в пропасть 90-х. Ну и кроме того, 90-е это все-таки было... Было время, когда все постсоветские республики проедали, начали проедать толстый-толстый слой жира, накопленный за время советской власти, по крайней мере, после войны. То сейчас жировая прослойка практически исчезла. Вот мы ходили в госрезерв, там ничего нету, шаром покати. А в начале 90-х многие капиталы... Да, многие так разворовали. А многие капиталы, вот в том числе там, в современной Украине, делались на том, что разворовывались эти государственные резервы. Кто-то воровал КСМ из государства, резервов, кто-то воровал металл из государственных резервов, кто-то там оборудование какое-то воровал, но в конечном итоге вот они это, жировали на том, что создавал наш народ, по крайней мере, я же говорю, в послевоенные годы. То есть России это выгодно, потому что вот живая картинка. Одно дело гипотетически рассказывать. Вспомните, можно залезть в интернет, сейчас очень много отсканированных, там журнал «Крокодил», журнал «Перец», где рассказывал, где как бы высмеивают, что ли, планы американской военщины. Там и нападение на Ливию присутствует, там и поджуживание Турции, что вот давай на Россию там напади или на Сирию напади. Вот прямо вот берешь 60-е годы «Крокодил», а там Турция на Сирию нападает. Вот то же самое, что сейчас. Но тогда же люди как к этому относились? Вот в том числе тогда советские люди, а тем более позже, там в 60-е еще более-менее, 70-е, 80-е годы, когда абсолютное неприятие всего советского. А, раз говорят, рассказали в программе «Время», напечатали в советской печати, значит, это точно брехня, наговаривают. Американцы же они добрые, они хорошие. А вот теперь, видите,
видят. Вот он, живой пример. И Украина для России, в принципе, близкая. Ну, в конце концов, я не могу даже говорить, что сказать, что русские и украинцы – это родственные народы, потому что это неправда. Русские и украинцы – это, по сути, один народ. Ну, вот у меня брат двоюродный живет в Нижнем Новгороде. Его мать – сестра моего отца. Он русский, я украинец. В чем, блин, между нами разница? Так вот, это один и тот же народ, часть русского народа здесь, это часть истории русской. И вот на примере этой части большой России показывают, смотрите, какое возможно будущее вот с этими людьми. И как бы здесь вроде никаких, ну, никак и придраться невозможно, потому что действительно, что наши либералы и демократы, что их либералы и демократы, вот посмотрите, как у нас там того же Немцова вылизывали, ах, какой Немцов, ах, какой Явлинский, там, ну, они из одной кормушки кормились, они по одним методичкам работали и работают. Зрозуміло. А от з вашої точки зору, чому у російських ЗМІ саме термінологія доволі жорстка, тобто нацисти? Тобто, якщо подивитися в нацистів, то якщо і взяти наших там націоналістів, там того ж Гончаренка, таке інше, вони ж кричать: ні, ми не нацисти, ми щось інше. От. Але все ж таки доволі жорстка термінологія. Чому саме от російські аудиторії хочуть показати і от обізначити в такій термінології достатньо жорсткій, що саме от у нас при владі фактично нацисти. З вашої точки зору. Ну, здесь 100% русские СМИ, телеканалы хотят показать, что у россиян на самом деле есть выбор. Или свой путь, без диктовки Запада, потому что россияне уже свой путь под диктовку Запада уже прошли в 90-е. И они прекрасно понимают и из той же оперы «Чечня», а если вспомнить, и в Дагестане было, и в других регионах. Ельцин что тогда сказал? Берите демократию столько, и суверенитета, вернее, столько, сколько унесете. Вот они и начали брать. А откуда всякие эти хатабы появились, арабские наемники? Это прошла, кстати, и Югославия, и это прошла Россия. И такой же сценарий готовился у нас в Крыму, просто о крымских татарах ничего не говорят, что и лагеря подготовки крымских татар было, и организации праворадикальные, исламские, были на территории Турции, они и сейчас есть. Об этом же тоже не говорят. Если бы Украина что-то бы не так сделала, они бы начали через Крым эту спецоперацию. У нас депутаты коммунисты, они даже есть заявление, их обращение, то, что у нас же Грач был руководителем Крыма, и обращались и в СБУ, еще при Кучме, что там лагеря, такие же, как лагеря были националистов в Львовской и Ивано-Франковских областях, их готовили на западные деньги, потом эти лагеря перенесли в Прибалтику и Польшу. Такие же лагеря были в Крыму, потом их перенесли на территорию Турции. И если бы Украина что-то начала бы делать не так, и из Западной Украины, то, что они и сделали. Националисты, и смотрите, в унисон, крымские татары – националисты. Все одинаково, все по шаблону, то же самое было и в Чечне. И вот русские СМИ хотят показать, что будет с Россией, если придут прозападные политики, исполнители, они не самостоятельные. И вот я глава белорусской общины Волынской области, и вот мы со своими земляками собираемся, ну, сейчас немножечко реже, но стараемся почаще собираться. Какие мнения? Я вот и даже через средства массовой информации обращался и как член, и глава белорусской общины Волыни, и как вообще, как гражданин, как белорус этнический, если Белоруссия думает, что Лукашенко вечный, белорусы думают, что он вечный, то это не так. И если Лукашенко думает, что он сам справится с западным миром, с агентами влияния, со СМИ ихними, белорусы, они немножечко похожи мне сейчас на жителей Советского Союза конца 80-х. Они не защищены. Смотрите, там нету агрессивных СМИ. Там Тутбай сайт, самый читаемый сайт Белоруссии. На какие он деньги?
содержится, на западные деньги. Западные финансы финансируют и газеты, и интернет-сайты, все топовые. Но это все не белорусские, это все западные СМИ, то, что было там и BBC, русское радио и все остальное, они действуют сейчас то же самое. И если белорусы не будут идти, я не идеализирую Российскую Федерацию, там такая же буржуазная власть, как и на Украине, просто там буржуазная власть, как говорится, местная. Больше субъектная. Такая. Да, пророссийская. Как бы они ни действовали, какая бы там оппозиция ни была, я не говорю соросята и выкормыши западных спецслужб, как Навальный и все остальные. Я говорю, вот коммунисты, там, Справедливая Россия, они могут быть в оппозиции, но что касается самой России как государства, они никогда не перейдут черту. Они никогда не перейдут черту, так как перешла оппозиция у нас на Майдане. Они за деньги готовы сделать все. В России такого нету. И это еще и дает ответ, почему Украина тысячу лет не имела своей независимости. Потому что нет государственников. Вот я не пойму почему, но не родила Украина и не рождает до сих пор людей-государственников. Единственный, кто дал Украине Украину, это были коммунисты. Ну, це ваша точка зору, тому що при тих самих комуністах було дуже багато громадян України з державним мисленням, які займали дуже великі пости. Я, якщо подивитись на генсеків, я говорю, того що тільки комуністи Союзу, дали Україні і територію, і достоинство, і государство. До этого никогда не было, и многие просто путают. Территория Украины и государство Украины. Территория была, государства никогда не было. Только, тільки після розпаду з Радянського Союзу. І, але все ж таки, давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Арест Кушнарева СБУ готовила несколько месяцев. Спецслужбы привлекли для этого профессионального провокатора Павла Серебряника, который спровоцировал Александра Витальевича в обычном бытовом разговоре на неосторожные слова в отношении Гончаренко. Потому что я ему сделал, еще никто не умирал. А мы слепой и хромой. Все. 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 Нам были предоставлены ряд материалов, из которых усматривается, что фактически это подозрение является ничем иным, как провокация Службы безопасности Украины. По моему мнению, данная провокация была осуществлена именно с той целью, чтобы затормозить процесс расследования самих событий 2 мая. Для того, чтобы старший Кушнарев, как депутат Лиманского райсовета Одесской области, не мог и дальше требовать детального расследования событий 2 мая, было инсценировано похищение Гончаренко. Сам якобы похищенный рассказал обо всем по телевизору тем же вечером. Что касается самой этой ситуации, то это была инсценировка похищения. То есть преступника ввели там много недель сотрудники СБУ. О том, что фактически данная операция предварительно готовилась с участием профессионального провокатора со службы безопасности Украины, который в той или иной мере готов давать показания такие, как будет угодно, именно следствию, вне зависимости от того, что происходило. Естественно, эти доказательства, возможно, будет опровергнуть, но всегда будет давлеть политическая подоплека всего этого уголовного производства. Это и была цель провокации. Такие акции, откровенные и бесстыдные, позволяла себе в 30-х годах гитлеровская Германия, когда пыталась упечь в концлагеря антифашистов. Ну, пане Олександре, якщо подивитись на цей фрагмент фільму, ми бачимо, як там за допомогою адвокатів цього Кушнарьова розказують, що конкретно там відбувалося і от яким чином саме СБУ провокувало і фактично фабрикувало цей злочин. Якщо б я не знав, як працює СБУ, я б, можливо, сказав, що, ну, знаєте, тут сторона адвокатів, вони там захищають підозрюваного, тому вони можуть щось недоговорювати. Але я знаю, як працює СБУ, і я розумію, що це, з моєї точки зору, це правда.
Я бачив, які люди там працюють, і там совість, там честь, офіцерська честь, тим паче, там відсутня в принципі. Тобто, якщо стоїть команда, треба от посадити. І вони зроблять це. Неважливо для них, що цей чоловік втратив сина. Неважливо нічого людського, але ми зараз бачимо все ж таки, що його протримали якийсь час у СІЗО. Це розкрутили в ЗМІ. Гончаренка показали по телеканалам як жертву, яку начебто там хтось замовив. І от з вашої точки зору, чи можливо і далі існування Служби безпеки України і України як держави, якщо в нас буде така служба безпеки, якщо щось не змінити і якимось чином не провести таку реформу, яка вичистить у цих всіх неадекватних персонажів, які таким чином фабрикують у кримінальні справи? Ви зараз намагаєтесь дивитися на світ через парадигму наших от цих от властей, які теж говорять про те, як улучшити життя, говорять, що треба провести таку-то реформу. Ну, у нас достатньо законів, які потрібно просто виконувати. І якщо працівник Служби безпеки України нарушив закон, то він має привлекатися до відповідальності. Тут проводили паралелі вже в кінці цього сюжету, який показали, паралелі, я так розумію, з поджогом Рейхстага в Германії, який послужив поводом для репрессий против коммунистов. А коммунисты были в Германии вместе с социал-демократами, в принципе, очень популярны и могли конкурировать с немцами, да, собственно, с нацистами, с национал-социалистической рабочей партией Гитлера. Да, собственно, она как бы и не имела большинства. Гинденбург, президент Германии тогда под нажимом финансовых кругов поручил Гитлеру формировать правительство, при том, что большинства у национал-социалистов на тот момент не было. Но они предприняли как раз эти провокации, захватили власть. Что касается наших избушников, я хочу провести другую историческую параллель. Все слышали об сталинских репрессиях 1937-1938 год, Николай Ежов, но предпочитают не вспоминать о том, что произошло с 1938 по 1940 год, когда наркомом внутренних дел стал Лаврентий Павлович Берия. А Лаврентий Павлович Берия, среди прочего, провел ревизию всех дел, которые были вот в НКВД с 36 по 38 год. И, кстати, выяснил, что во многие дела расследовались, доводились до суда с грубейшими нарушениями. И вот в этот период было, во-первых, реабилитировано порядка 300 тысяч человек. Это 38, 39, 40 год, вот как раз времена Берии, Сталина и так далее. А во-вторых, это очень важно, под суд были отданы сотрудники НКВД, прокуроры, судьи, которые вот эти вот все дела доводили до приговора. НКВДшники, которые выбивали показания, ведь по советскому закону выбивать показания было нельзя, это запрещено, ну, в любой нормальной стране это запрещено. Прокуроры, которые осуществляли надзоры, которые давали санкции на какие-то там следственные действия, их не имея для этого основания. Судьи, которые выносили приговоры, не имея основания для приговора суда. И тогда, вот под молох репрессий, их потом как бы называли жертвами сталинских репрессий, их в первую очередь реабилитировали, попали масса судей, масса НКВДшников, масса прокурорских. Вот здесь то же самое. Причем законов никто не менял. То есть просто достали Уголовный кодекс 1926 года. Так, а вот здесь сотрудник НКВД избивал человека. А это нельзя. Так, значит, как бы иди сюда, дело. Ну и там в зависимости от того, что по этому делу набирается, либо тюрьма, либо стянется. Тут то же самое. Сотрудник СБУ, превышая служебные полномочия, сделал то-то и то-то. Например, прослушку поставил, не имея на то оснований. Там судья выдал санкцию на эту прослушку. Прокурор закрыл глаза на то, что тут нарушение. Угу. Организованная преступная группировочка, превышение власти служебных полномочий, 15 лет с конфискацией. Ну, к примеру. Угу. Там может быть какие-то тяжкие последствия. Может быть, там кто-то умер в тюрьме. Такое же тоже есть. Это уже организация убийства, доведение до самоубийства, ну и так далее. Там крышевание вот этих вот бандитских группировок типа С-14, АЗОВ и так далее. Тут речь не только об СБУ идет. Речь идет и о прокуратуре, речь идет и о структурах МВД. МВД у нас превратилось во всемогущий спрут, в который как бы постоянно вливают деньги. Там и Нацгвардия, и полиция, и пограничная служба. И никто из них не знаю, что такое закон. Они иногда удивляются, что такое закон. Я общался с пограничниками, которые в очередной раз мне мозги компенсировали, когда я ехал через границу, задавали дурацкие вопросы, а с какой целью вы едете? А кто ты такой, чтобы меня спрашивать в законе, ты не имеешь права это делать? Я говорю, а вы 63-ю статью Конституции читали? А шо це?
Это говорит мне должностное лицо на границе, лицо государства, а что это 63-я статья Конституции? А я этого не маю знать. Когда говоришь с этими полицаями тоже, тыкаешь их мордами, ваш закон о полиции. Да, этот закон о полиции принят с огромными нарушениями, но вы, ты говоришь мне, покажи документы. А на каких подставах тебе показать документы? Ты мне сошлись на закон по полиции, на каких основаниях? Ведь в законе о полиции написано, ты можешь требовать по такой-то причине. А вы тут слишком громко разговариваете. А слишком громко разговариваете, такой причины в законе о полиции нет. Поэтому развернулся и ушел нафиг. Ну вот так надо с ними, собственно говоря. Во-первых, это то, что мы можем делать людям. Я вот недавно посмотрел буквально на днях в интернете видео из города Рубежный, это Луганская область. Там полицаи начали человека ставить в позу ЗЮ за то, что у него маски нет. Он вышел просто из своего двора к своей машине, которая стоит вот возле ворот. Частный дом. Угу. Туда посмотрю, никого нету, кроме полицаев. Человек 7 их там собралось. Ну, 11 минут они вот это видео, как они общаются. А вот этот закон, а вот этот закон, а вот этот закон. В конце концов, вышла еще женщина, я так понимаю, то ли мать, то ли бабушка, то ли жена этого. И в итоге вот этот мужик и вот эта бабушка гнались за полицейскими. А вот ответьте мне на этот вопрос, они теряются. Поэтому если люди, во-первых, знают свои права, во-вторых, не боятся эти права отстаивать, то можно справиться и с таким произволом. Ну, конечно, когда произвол заказной, то тут уже гораздо сложнее. Но опять-таки, как говорится, гуртом и батькой вышибыты. Поэтому если случается беда у кого-то, то зовите весь мир. Мир – это общество, думаю, да. Це, я думаю, правильно. А от як ви можете прокоментувати, в принципі, цю справу щодо начебто замовлення вбивства Гончаренка? І саме з вашої точки зору, чому саме з таким яскравим цинізмом співробітники СБУ фабрикували справу щодо батька, фактично, син якого загинув в Одесі 2 травня? Я хочу маленькую ремарочку, коль мы Сталина коснулись, просто для информации, для размышления и для вас, и для всех украинцев, буквально минуту. Вот если бы, вот моделируем ситуацию, Украина сейчас входит в правовое поле, и вы человек, государственник, волевой человек, как Иосиф Виссарионович, приходите к власти. Что бы вы с этим всем делали? Вот, ну, честно, вот задайте себе вопрос, что бы вы делали с Коломойским, с С-14, с азовцами, что бы вы с ними хороводы водили бы? Если вам нужно перед такой войной, перед такими событиями, титанические плиты, тектонические сходятся, а вы тут с карасем будете бегать. А вам нужно все закончить за год-полтора. Вот что бы вы со всей этой шушерой делали? По закону. Только по закону. Только по закону. А тут не надо ничего придумывать. Да. Тут же я же не говорю, что там собрались, хлопнули в канаву. Все по закону, и половина Украины бы сидела, половина бы охраняла. Вот что было бы с нашей страной. Возьми любого начальника. Преувеличиваете. Вы преувеличиваете количество этих карасей. Нет, я имею в виду степень коррупции. Возьмите любого директора школы и начальника ЖЭКа. Проведите по нем расследование. Ну, у нас в любом случае, даже если брать вот так вот в широком понимании коррупции, то все равно у нас вряд ли коррупционеров наберется половина Украины. Ну, может быть, миллион, может быть, любой полтора. Любой преподаватель, может быть, миллион, может быть, полтора. Милиционер. Поэтому, Михаил, я почему как бы так немножко встрепенулся, когда вы говорите, половина Украины сидела, половина охраняла, потому что это один из мифов, вот как раз о сталинских репрессиях, которые внедряют эти всякие демократические товарищи. Я это в том числе вот слышал там на разных шоу, где иногда приглашают, а там националисты сидят. И я ему говорю, у меня никто не сидел, он говорит, значит, тебя охранял. Но у меня крестьяне были, никто не охранял. Заключенных было при Сталине в общей сложности... Меньше, чем в ельцинской России. Да, их было в районе 2,5 миллионов всего, вот начиная с 24 года и заканчивая 53 годом. Плюс 632 тысячи приговоренных к высшей мере социальной защиты. Поэтому вот вы просто аккуратнее с этими словами, потому что вас же за язык поймают и скажут, главный комсомолец Украины сказал, вот я имею в виду, что сталинскому законодательству, закону советскому, так как наказывали преступников тогда, если бы сейчас по законам наказать любого коррупционера, правонарушителя, взяточника,
По-любому, вот возьми любого преподавателя вуза за последние 20 лет. Ну, не любого. Я преподавал в вузе, я не продаюсь. Нет, ну, вы думаете, я же не говорю, что он прямо преступник. Проведите по нем расследование, и будет... Нам не нужен уголовный кодекс 26-го года. Не нужен сталинский уголовный кодекс. У нас есть собственный уголовный кодекс, который предусматривает нарушения из-за злоупотребления властью. Вот то, что сейчас даже творят правительство. Мы привыкли общество жить в коррупции, и для нас это уже нормально. Вот что нужно. У нас в любом случае есть закон. Так. У нас все нормально с законами. У нас проблема с правоприменительной практикой. То есть этот закон не исполняется. Либо исполняется выборочно. Все. Проблема только в этом. Вот если говорить о приходе нормальных людей, здоровых людей к власти, то что первое, что они должны сделать, они должны не принимать какие-то там новые законы. Они должны исполнять существующие законы. Вот написано, что за превышение власти и должностных полномочий положено до 15 лет конфискации. И какой бы там этот самый святой Шмыгаль не был, типа он борется с коронавирусом, хотя борьбы, ну, результатов борьбы что-то не видно, но он в принятии своих постановлений об этом карантине, о закрытии там общественного транспорта и так далее, ну, он четко превысил свои полномочия, которые прописаны в законах и в Конституции. Ну все, п'ятнашка тепер. Дякую. Давайте подивимося ще один фрагмент, що все ж таки розібратися більш детально у цьому фільмі. Мы получили кадры из СИЗО, где видно, в каких условиях содержатся нынешние политзаключенные по делу 2 мая. Арестовали именно тех, кого избивали и убивали в Доме профсоюзов, а не тех, кто избивал и убивал. В настоящее время в отношении 20 человек ведется уголовное преследование, и в Малиновском районном суде города Одессы расследуется это дело. Так вот, фактически, да, этих 20 человек в настоящее время – это люди, которые выбраны в качестве жертв, которые, по мнению государственных органов и судебных, должны ответить за все, что происходило, независимости от того, есть какие-то доказательства от их причастности к этому делу, нету, какие действия они совершали или не совершали. Речь идет о том, что фактически в этот перечень 20 лиц попали те люди, которых задержали в первичный момент массовых беспорядков в том или ином месте. От, пане Михайле, якщо дуже коротко, от як вам, в принципі, такий підхід українського правосуддя, коли люди, які, так розумію, не згоріли у Домі профспілок, їх пересажали і до в'язниці, і фактично намагалися притягнути до відповідальності, але ми бачили, що навіть виправдальні вироки фактично всі отримали, і немає конкретно, нічого не було, за щоб такого, щоб їх можна було тримати у в'язниці чи дати якийсь реальний срок. А людей, які фактично спалювали людей в Домі профспілок, їх просто не чіпають. Коротко. Коротко. Это и то, о чем мы говорили в начале передачи. Это сломить любым путем любое сопротивление. Люди, те, которые не сгорели в Доме профсоюзов, и тех, которых и посадили, и уголовные дела пооткрывали, и они все равно не сдаются, все равно не молчат. И режим Порошенко, режим Зеленского, он недоумевает, почему так происходит, почему мы их ломаем, а они не ломаются. И эти репрессии будут продолжаться. Но украинцы, наши люди достаточно умные, достаточно боевитые, они никогда не сломаются, и эти их действия ни к чему не приведут. И мы им будем в этом помогать. Чтобы встигнути подивитися больше фрагментов этого фильма, давайте подивимося все-таки еще один эпизод. Дом профсоюзов – это бывший обком Компартии в Одесской области. Здание построено в 1958 году. Такого рода советских учреждений всегда строили подземный ход, чтобы в случае чего убежать. Такой ход есть и в Доме профсоюзов – 300 метров до железнодорожного вокзала. Но в тот день ход был закрыт. Когда подожгли Дом профсоюзов, люди кинулись чем тушить. В коридорах обнаружили пожарные гидранты и шланги. Воды не было, а шланги были вот так порезаны. Сейчас уже можно точно сказать, что поджог Дома профсоюзов и убийство людей – это не был эксцесс исполнителя. Это была четко продуманная, хорошо организованная акция устрашения одесситов. Нам не нужна Россия, у нас уже есть страна, а нашу страну разваливать не надо. Они это здание не строили, и теперь из-за них придется его сжечь вместе с ними, потому что они пришли к нам с мечом на соборную площадь.
От якщо от, ми подивимося фрагмент цього фільму, тут чуть не прямим текстом кажуть, що це була підготовлена спецоперація. От з вашої точки зору, чому саме такі меседжі доносять до російського телеглядача? Ну, факти. Факты складываются, тем более вот в первой части этого фильма там уже были даже свидетельства людей, которые, ну, человек, один из участников оппозиционного этой власти движения, который говорит, мне поступала информация, да, я не пошел. Ну, мы обсуждали еще, говорили, что бывают доброжелатели, даже в самых мракобесных структурах, даже в гестапо были, наверное, люди, у которых где-то там совесть немножечко была. И в СБУ такие что же есть, вот как бы слили информацию. Здесь уже, то есть, ну, это субъективно, это человек говорит, что мне кто-то сказал, ему можно верить, можно не верить. А вот здесь факты, ну, факты о том, что пожарные рукава были порезаны. Ну, факт. Факт. Факт, что подача воды на дом была перекрыта, на здание было перекрыто. Почему? То есть кто это контролировал? Ну, потому что в свое время я работал в водоканале, и, правда, другого города, не Одессы, но следить за гидрантами – это было одно из как бы, вот, святейших обязанностей водоканала. Если вдруг гидранты без воды, то это ЧП, которое нужно срочно ликвидировать. Здесь гидранты без воды, здесь пожар, никто не реагирует. Эвакуационный выход закрыт. Ну, то есть это уже объективные факты. Здесь они говорят о... Просто эти факты освещают. Ну, а в конечном итоге оно ложится в строку, в общую как бы линию информирования населения своего российского, что если вот эти вот люди, прозападно ориентированные, которые вам рассказывают о 40 сортах колбасы, на самом деле вас ждет не 40 сортов колбасы, а вас ждет вот это вот. Вот как бы Одесса, только Одесса может состояться, неважно где, в Новороссийске, в Владивостоке, в Екатеринбурге или в Петербурге. Дякую, зрозуміло. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Оказалось, что наша возможность забаррикадировать, это была их возможность у нас сжечь. Потому что все, что мы могли использовать, это там какие-то столы, шкафы, двери запереть. А они две-три бутылки первые же бросили, все как полыхнуло. Камешки в стекла, тяга такая, как в крематории. Те 48 человек, кто погиб в Доме профсоюзов, и те, кто остались живы, не были героями до 7 часов вечера 2 мая 2014 года. Они просто имели свои убеждения, за которые решили бороться. Героями они стали после 7 вечера, когда полыхнуло первое пламя, и когда задыхающиеся от едкого дыма людей добивали на улице металлической арматурой. Як ви можете порекомендувати, що фактично є навіть на відео, якщо як випадають люди з вікон, їх добивають вже півполумертвими. От як, в принципі, це можна коментувати, і от як на це можна, з вашої точки зору, от, закривати очі і не розслідувати принципово ці справи? Хоча я впевнений, що там пофамільно вже встановлені усі, навіть по емеї мобільних телефонів та номерів, там елементарно вичисляються усі, хто там був. Тут можна почати з фрази «це просто обикновенний фашизм». Это, смотрите, что говорит вот этот один из отморозков этих праворадикалов. Он на русском языке в открытую говорит, мы сейчас идем сжечь этот дом. Это все было спланировано, все было подготовлено. И то, что там произошло, это, опять же, вернусь к тому, о чем я говорил, это все было срежиссировано от начала до конца. Это все, что там говорили, ой, давайте мы проведем расследование, как так получилось, почему люди от едкого дыма, и потом пошло, они сами себя сожгли. Ну, вы понимаете, уже до абсурда. Это нас за таких идиотов уже держит вот эта власть постмайданная, что просто уже дальше некуда. Они просто говорят и сами не верят в то, что говорят. Ну, до абсурда. В Луганске кондиционер взорвался, а в Одессе сами себя сожгли. Это все было... И кто режиссер? Вот кто заказчик и Майдана? Просто причинно-следственная связь. Майдан-то причина. А все остальное уже идет. И война на Донбассе, это все один режиссер, а это просто исполнители. Давайте подивимося еще один фрагмент этого фильма. Юрий Маратович чудом остался жив в тот день. Еще и умудрялся фотографировать на телефон все события, которые происходили вокруг.
резко пошел дым. То есть они покрышки сразу поднесли, бросили на крыльцо, подожгли, и получилось как тяга, как в печке. Сразу черный дым начал заволакивать коридоры. Начали вбрасывать ампулы, которые разбивались, с хлороформом. При высокой температуре хлороформ превращается в фосген, как нам объясняли. Стали забрасывать фосфорными гранатами. Пошел какой-то газ удушливый, очень едкий такой, со специфическим привкусом, запахом. Я начал перебегать выше по этажам, выбежал на второй этаж. Там Садовнич в последний раз мне встретился, Александр Кузьмич. Он мне говорит: «Юра, крикни санитару», потому что уже дым шел сильный. Я в мегафон подал команду: «Санитары на второй этаж, в фойе». И только это буквально произнес, в фойе разрываются две гранаты. Полетели. Стекла, дым резко повалил. Я перебежал еще на полэтажа выше. Какой-то парень возле меня говорит: «Выбивай окно, потому что нужно дым выпускать, иначе задохнемся». Якщо подивитися на конкретно от цей фактаж, який от зараз нам показують у цьому фільмі, ми розуміємо, що світошумові гранати у протестувальників з боку націоналістів, якісь коктейлі Молотова, хімічні інгредієнти, якісь, які вони закидали туди. Ну, це неможливо, щоб вони от ні звідки вони з'явилися. Ми ж розуміємо, що це експромт, це не про цю ситуацію. Це фактично підготовлена фактично операція. І от як ви можете прокоментувати ці факти, які показали в цьому фільмі? Тут, звісно, знаєте, можна попіняти, мабуть, і DC там, тому що ну, по большей части, вот эти вот люди, окружавшие дом профсоюзов, они были приезжие. Они точно не могут быть в большинстве. Но вот активное ядро одесситов, они противостояли этим вот наемникам, приехавшим из других регионов, а большинство одесситов, которые могли бы прийти и показать свою позицию вот там же под днем профсоюза и разогнать буквально там санными тряпками этих, они, к сожалению, тогда не отреагировали. То ли не понимали эту ситуацию, что таким... Ну, в это, конечно, было трудно поверить, что вот сейчас в центре города, в 21 веке, европейский город будут убивать людей. Вот просто так вот просто будут убивать. Но то, что это было подготовлено, да, и именно поэтому дело расследуется так, как расследуется. То есть виновными оказываются тех, кто не догорел в Доме профсоюзов, то есть вот те, кого посадили на скамью подсудимых, там тот же Мефодов и так далее, там, они в чем они виноваты? Ну, по сути, они виноваты в том, что они не, да, что они не погибли, в том, что они выжили. Вот это вот вся их вина. Было подготовлено, мы можем поименно вспоминать, кто руководил правоохранительными органами в тот момент, там, наверху, да, Арсен Борисович Аваков. Кем он сейчас является? Вот тогда он был министром внутренних дел. Не подскажешь ли, кем он сейчас является? А кто ответственен? Тогда не будут питания, почему он не расследуется. Да, а кто ответственен за то, что Арсен Борисович, вот про Зеленского говорить, а кто ответственен за то, что Арсен Борисович уже дважды министром является при Зеленском? Ну, кто ответственен? Не Зеленский ли, который контролирует свое большинство и который уговаривал большинство в Верховной Раде тогда еще в феврале голосовать за Авакова, потому что иначе переворот Порошенко? Ну, с яким, до речі, зараз пан Зеленський, да, має все коаліцію. Дуже цікавий переворот, все ж таки. Да, ну, перевернувся же Порошенко, да, вот тепер позеленів різко. Хоча, може, він і тоді був зелений від цвіта долара. Дякую, зрозуміло. Давайте подивимося ще один фрагмент цього фільму. Уничтожение одесситов шло своим чередом. Вот он, Негатуров. Вот он, вот он. Еще раз. Вадим Негатуров. Как я его не уговорил уйти, а? Как я его не уговорил? Вот это Вадим Негатуров. Вот он в форме. Что в моей дружине он один был такой. Плотненький, коренастый. Остальные были такие. Вот они его тащат. Тащат. Вот кровь на нем идет. Да, его там забили. Вот забили, забили его? Вот он до последнего возле церкви, возле икон стоял. Дочка осталась ее молодая тоже там. Лет 18 я видел фотографии. Это они трупы, они вытаскивали трупы. И вот машины их увозили. И так вот по нашему. Вот он. Это ваш, да? Да, вот это Негатуров, вот этот поэт.
Еще живой. Вот он живой. Его. Вот это я ему георгиевскую на погон привязал. Добьют они его, наверное. Да. Ну, потом по информации, что он на второй день скончался в больнице. Они там и своих. Вот они пожгли вот это кочу. Ну, вроде бы так понял, что фосфорные гранаты кидали. Не могли так люди просто умереть на перилах. Перила целые. Эти радиаторы белые. Трупы сгоревшие полностью. А радиаторы даже не тронут огнем. Как так? Дійсно, як ви можете прокоментувати, що факти просто вказують на те, що ну, це дуже підготовлена операція була. А от нам все ж таки, я так розумію, забороняють в принципі навіть на цю тему розмовляти, думати, і немає якихось розслідувань саме українських телеканалів, що там відбувалося у Одесі 2 травня. Коротко, буквально декілька хвилин до кінця ефіру, ваш коментар. От по нашій організації Вадим Попора сказали, що він задихнувся. Хто бачив його фотографії в інтернеті, хто був на похоронах, на його лице подивіться. Він же спригнув, його ж як собаку забили. 17-летнего парня, студента. Дальше, второй комсомолец, Саша у нас там в Одессе есть. Джинсы, вот простой пример. Джинсы на месте, ничего, даже не палены. А ноги обожжены, считай, мясо от кости отошло. А джинсы остались даже не тронутыми. Температура какая, что это был за химический реагент, что за температура и что горело. Он потерял сознание, его вытащили. Слава Богу, остался жив, но в больнице лежал полгода с ногами. Ноги обгорели, а штаны остались на месте. Так что там много фактов, и все эти факты известны. И более того, кто исполнитель? Все олигархи, те, которые были на Майдане, это и Пинчук, и Коломойский, и другие, все имели свои частные военные компании. Вот из этих отморозков. Ультрас кто финансировал? Динамо Киев Ультрас кто финансировал? Одесских Ультрас кто финансировал? Те же олигархи. И они же после этой Одессы, после Хатыни, кто начал войну на Донбассе? Хто почав цю ескалацію конфлікту? Я думаю, це буде вже предметом кримінальних розслідувань. І всі фамілії, і виконавці всі знають. Але все ж таки, на жаль, час нашої програми вичерпаний. Сьогодні в гостях з нами був голова Комсомолу України Михайло Кононович та доктор політичних наук Олександр Семченко. Це була програма «Хто за нами стежить?». З вами був я і ведучий Дмитро Василесь. До зустрічі!